1 и 2 июня в Нижнем Новгороде и Дзержинске, главном городе Воскресенского благочиния Нижегородской епархии, в рамках большого сольного тура по России выступит мужской хор «Русский формат». Хор много трудится в зоне специальной военной операции с духовной, концертной и гуманитарной деятельностью. Его участники пишут собственные песни о главных ценностях и поют духовную музыку в неоклассическом стиле. На концерте прозвучат как авторские песни, так и мировые хиты в исполнении уникального мужского многоголосия. 1 июня концерт состоится в Доме культуры химиков Дзержинска, проспект Ленина, 62. 2 июня хор выступит в концертном зале «Юпитер» города Нижнего Новгорода, Октябрьская площадь, 1.